Всем привет на моем 106-м стриме. Сегодня мы проходим игру Tohu 10.5 Scarlet Weather Rhapsody. Это сюжетное продолжение 10-й части, разумеется. Но жанр изменился, как это водится в Tohu играх, которых в дробных частях. Это русская версия, игра 2008 года. Так, себя громче. Есть Кэп. Привет, Кэп, кстати. В смысле, Тор. Это еще игра до 11 части, и здесь еще 640 на 480 разрешений. Я опять играю в маленьком окошечке, что жутко доставляет. Ну, в принципе, ладно. А что за новый смайл, Оскар? Жесть. Нахрена? Что он символизирует? Не, ну в смысле, я знаю, что такое Оскар, но просто не очень понятно, какую он эмоцию выражает. Так вот. На каком уровне сложности мне играть? Я уже говорил, что будет лишь один стрим. То есть, если я даже на первом же уровне буду постоянно сливать, я все равно только один стрим сделаю. Если пройду, ну значит пройду. Поэтому... Если скажете, я могу хоть лунатиком, на лунатике играть. Ну, просто я буду сливать сразу же на первом уровне, но стрим все равно будет только один. Легкий Тор говорит. Ну, пока еще, наверное, никто не подошел. Другие. Вот. Как я уже сказал, это русская версия. Нашел русификатор. Ну, как нашел? Вон там. А, и, кстати... Да, я игру сейчас... перезапущу, потому что там небольшая история в начале идет. Сейчас. Однажды с приходом лета случилось нечто, заставившее ее взяться за расследование происшествия. Волшебный лес, где теперь всегда идет дождь, особняк, утонувший в густом тумане, лето... Блин, сейчас быстро. Странные погодные явления продолжались все лето. Однако вещи, заставившие ее взяться за расследование, была не засуха около старого храма, и не бесконечный дождь в лесу, и не озеро, сплошь покрытое густым туманом. И вот одним летним утром случилось то, что заставило ее взяться за расследование всех происшествий. Обычно тихая и спокойная стихия Земли, та сила, что заставила жрицу искать виновника, пробудилась. И землетрясение, хоть и небольшой силы, разрушило храм. Так начинается Scarlet Weather Rhapsody. Ну что ж, а пойдем на легком. По сценарию. Так, выбор сценария. Рэйму Хакурэй. Мариса Кирасама. Сакуя Изайой. Изайой. Я правильно читаю? Ну, вроде. А, и все, только три. Ну, Сакуя это босс из какой-то там, из восьмой, что ли, части. Там жесть, короче, я помню, я мучился. Или седьмой, не помню, с какой-то части, в общем, босс. Ну, я буду играть за Рэйму, понятно, каноничный сюжет, все дела. Стэч 1. Опа, а что такое с переводом? Эй, косяк. Блин. А что такое-то? Ну, не должно быть же так. Не, ну слушайте, блин. Ну как же так-то получилось? Уж лучше английскую поставить. Ну ладно, одну попытку попробую, как есть. Ну это обидно. А что надо нажимать-то? Привет, Коставрик. Чё, наконец-то.
Так это же тоха. Что тут? Что, тут нечего смотреть. Я сейчас сорю по-бырому и все. А, так тут, тут не две кнопки-то. Тут же не две кнопки-то дается. Она вообще не сопротивляется, что ли? Да, Тор вон пошел это посуду. А, не, еду выносить. Я, если честно, скажу, я беспорядочно практически кнопки нажимаю. Потому что вообще непонятно, если честно. По идее, надо было зайти там в практику или куда-то там в обучение, наверное. Какую-то это. Но я на это потрачу полстрима, и мне кажется, это не то, что все ждут. Все ждут, как обычно, крабизма, поставить фейспалмы и все такое. Она какую-то свою шнягу включила. Блин. Как блокировать-то? А, по-моему, надо назад идти, что ли? Не помню. Нокаут. Мариса в нокауте. Да, с сюжетом вообще косяк, конечно, зашел. Это Алиса Моргатроид, что ли? Ну, походу. Надо ее заспамить по-бырому, да? А то она сейчас своих кукол начнет, блин, пускать и охренительным будет. На, 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 на. Всегда мечтал этим боссом Тоху просто навалять вот так вот кулаками. Зан, походу, знал, чего хотят игроки-то, да? А то там мучаешься, стоишь с этими пульками, там микришь что-то, а тут просто берешь и по щам даешь. Блин, как блок-то ставить? Ну лол же. Привет, GogiBestE. О, да, Тор сегодня 60 килограмм помидоров принес. Я ее просто заспамил квадратами. Кукла повесилась. А ты кто? Что-то я тоже тебя, по-моему, знаю. Камачи Онодука. Ну давай, уровень 3 уже. Ну, в общем, как ни странно, что Тоха 7.5, что здесь ведется какое-то расследование тупо. То есть в этом плане не изменилось, только расследование другого дела. Блин, ну это тупо, что я вот этим спамлю, она не может ничего сделать. Чё за имба-то? Ну, скорее всего, на Лунатике так не прокатит, но все равно, что-то как-то имбово слишком. Это она меня ударила? Ты чё, офигела, что ли? Слышь? Нет, ты слишком имба какая-то, я не понял. Но походу потому что изик, да? Это вам не контру проходить пульками.
А, должен только выбрать нужную, лол. Да, плюс X to win, вот вообще. Конечно, я понимаю, что для красивой игры я должен был бы тут какие-то комбо делать. А я хочу просто победить. Но, блин, сейчас она меня заомнит, кстати. Ну, чатик пока считал просто. Немного отвлекся. Но это явно сильнее. Нет, тут надо какие-то другие тактики уже придумать все-таки. Без контов, да хрен его знает. А сколько тут уровней-то всего? Очень, я думаю, почему-то, что много, не 6. Ты кто? Блин, а что-то я диалоги все пропустился. Ну там, в принципе, не, ну хотя бы имя просто посмотреть. Добавь Лавус Виктори. Еще фаталити какой-нибудь. Эх, ты ж все-таки ударила, а? Чё она делает? Я сейчас умру? О, больно. Немного. Вот это уже. Вот это уже серьезно, если честно. Не, ну мы хотя бы в равных условиях здесь с врагами. А в обычных тоху, блин, условия капец какие неравные. Эй, ну кто же победит? Фух. Вот это уже тяжелее. Стоп, еще раунд? Подожди, я думал уже все. Офигали еще раунд. Блин, что за фигня? Сейчас же будет потрачено. Надеюсь, ты никогда не будешь стримить тоху себе, сказал Костобрик. А, это же это, фотограф, не? Пятый уровень. Тор, реквест первую на лунатике, она изич. Ты кто? Я понял, да. А, ну да, тогда это важное дело. А, серьезно? Нет, слушай, то опять вместо того подраться. Ику Нагая. Не, нифига не затравлено, сейчас получишь. Ну, короче, я понял все диалоги. Не, ну реально, просто бомби, унижай его, если честно, тактика. Это я еще не знаю, если честно, что делаю. Я почти что... Ну почти наугад нажимаю кнопки. Ну не совсем, конечно, кое-что уже понял. Но все равно, я представляю, если обучиться, то это вообще нечего делать просто. О, вот это палево было, блин, вообще жестко.
Да слушай, вот это больная атака, хорошая ее спамить-то, но... Хотя я сам-то спамлю атаку, ладно, может спамить, только дай мне победить. Фух. Еще раунд. О, все, нокаут мне. Днина. Не, не прошел без продолжений. Дно, конечно, да. Не, ну Тор, ну я же не учился. Че ты? Ну. Три продолжения. А, тут не бесконечное продолжение, лол. Что за фигня? Да что такое происходит? Эти кубики, они довольно слабые на самом деле, да? Получается. Ну, тебя просто палочкой забить. Так, вот так. Слушай, получается. Получается. Эй, ты что там делаешь? Реально палочкой забить просто. Не, блин. У нас свои, блин, дурацкие атаки эти делают. Что за фигня, блин, она... Если честно, вот это уже напряжно становится. Где я-то? Так, третий. Ну давай, тебе немного, в принципе, осталось. Ну, в смысле, последний этот нокаут и ты норм. Блин, вот гадина. Как можно встать под таким напором? Я вообще, если честно, в шоке. Да слышь, ты чё, дно? А как от этого уйти? Я вот без понятия, если честно, вообще. Блин, ну реально, сражаюсь как днина, конечно. И я забыл опять кнопка, как использовать эту, блин, долбанную спелл-карту, или как она там называется. Ну, короче, бомбить. Вот она охренительная. Слушай, сейчас второй раз меня заомнит-то, но... Да лол, ты чё, так и будешь стоять? Хорош тут. Походу я даже изик завалил, ну и ладно. Не, ну если бы я прошел это с первого раза, это был бы слишком короткий стрим. Че, на полчасика, что ли? Так что нормально, ракуем дальше. По-моему, так и должно быть.
Да повернись ты к ней-то, ну уже. Дно. Да что ж. Ладно, получилось. Первое это. Опять она на ножнягу свою включает. Да как это сбить-то? Я вообще без понятия. Слишком просто ему за Рейму. А мне не просто нифига. Вообще. Ни разу. У меня тут по полной вообще овнят. Как только вообще, только хочет. Вот так тебе, палкой. А, сейчас опять заракую. Последний раунд, да, вроде? Сейчас он опять начнет свои молнии пускать жесткие вообще. Я без понятия, что там делать. Просто удаляй. Хорош ты щит ставить уже. На, по башке тебе. Ага, щит ставит она. Ну, тебе осталось там вообще дно. Ну, давай уже. Дохни-то. Вот так. Еще что ли раунд? Да ты гонишь. А, все, теперь начинается шняга, я понял. Лол, что с этим делать? Вообще жесть. Вообще ничего не помогает, ее даже не сбивает ничего. Да охренеть просто. Последний контейнер. Так я мало того, что не бить, я даже не могу и просто увернуться-то. Долго она так уворачиваться сможет? Вот так-то. Что с этим-то делать? Тут вообще хз.
Ну, короче, походу я на этом застряну и, блин, так до конца стрима. Хотя не факт, конечно, но что-то... Тут, похоже, все-таки уже надо изучать какие-то имбо-тактики. Да лол, хватит меня подрывать уже. Да я не могу даже ничего сделать, она не успевает просто. Да хорош. Она не дает мне просто встать даже. Офигительно. Охренеть. Ну и все, у меня здоровья нету. Да куда ты, ну повернись-то? А, когда она атакует, уже все, ее не развернешь в другую сторону, пока она не прекратит атаку. Все, давайте я перезапущу игру и посмотрим, что у нас с русским языком, потому что что-то непонятно, почему он нормально не инсталлировался. Что с диалогами-то не так? Сейчас. У меня есть подозрение. Просто когда ставил, там небольшой косяк был. Может, сейчас повторно поставлю. Только уже правильно. Но если что, поставлю English Translation. Хотя, блин, в меню уже все нормально. Нет, то же самое. Ну тогда давайте хотя бы английский поставлю. А может и надо было вначале ставить английский, потом уже русификатор, ну фиг его знает, всякое бывает. Стоп, как-то. Да, немножко косячно вышло. Да все равно я устану это, блин, играть в эту игру так долго, постоянно сливая, так что небольшой перерывчик не помешает. Ну все, уже нет перерывчика, уже запустил. Но английский работает. Ну сейчас еще раз солю, потом будет русский. Попробую опять русский поставить.
Это с фига ли это должен затащить? Из-за того, что английский? Я так и не понял, как это-то убивает. Она какая-то очень жесткая. И это же по-любому еще не последняя. Да я не знаю, что я расходую, но... Это ознакомительное просто это. Ну просто как бы хочу посмотреть игру и все. Если бы хотел ее серьезно проходить, я бы там в практику бы зашел. Что-то бы там изучал бы. Но я не хочу, честно, вообще заморачиваться на. Я не люблю файтинги особо. Так, только из-за того, что вот это из серии Тоха, ну как бы просто смотрю и все. Я же сказал, что я даже не буду, не это, не обещаю ее пройти, только один стрим и все. Да не это я хотел сделать. Да. Черт, а там точно изи стоит? Я уж сомневаюсь, если честно. Такое ощущение, что нормал. По-моему, было проще в первый раз. Не, слушайте, было проще вроде в первый раз, походу нормал поставился. Когда я этот амплификатор поставил. Ну, механика совсем другая, конечно. Тут 4 кнопки управления, не считая стрелочек. Которые, не знаю, что означают. Некоторые улучшают атаки, некоторые типа ульта. Только эту ульту очень быстро сбивают у меня. Во-первых, 4 кнопки в ряд, мне кажется, явно неудобно. Но, в принципе, дело все равно не в этом, то, что я проигрываю. Просто потому, что я не знаю еще значения толком. Так, догадываюсь некоторые из них, но только лишь примерно. Какие-то, ну, комбинации же какие-то есть, комбо там. Я хз вообще. Я не знаю, как вот это делать. Вот эти вот инь-янь шарики. У меня случайно получается. Галтигири их 8, но я играю на 6. Что такое Галтигир? Настроить кнопки можно? Да и пофигу. Это на геймпад надо настраивать. В принципе, можно. Блин, а.
Этот файтинг отличается от обычных тем, что здесь очень много не файтинг атак. То есть, ну, каких-то... Не, слушайте, нет, не континью. Это явно не изи. Это явно не изи. Ну, конечно, я на норме играл сейчас только что. Так, попробуем опять русификатор поставить сейчас. Ну, блин, ну странно, почему же он не ставится? Должен же. Возможно, англификатор там где-то кодировку просто сменил сейчас и заработает. Я вот на это надеюсь просто. А русификатор, я так понял, только копирует файлы и все. Все равно сюжет не читаю, так что ладно, посмотрим. Не, вот здесь я прочитал в начале. Не, главное, в начале работает, а в самой игре нет. Непонятно. Так, опять там нормал? Не, легкий. Походу, конфиг у русской версии где-то отдельно, да? Спойлер в описании воткнуть? Не помню, но там же есть это... Там это ксинха загружается, модуль. И там же прям есть спойлер поставить, вроде, насколько я помню. Не, не работает, ну блин, странно. Возможно, в самой винде надо где-то кодировку поставить. Она не работает в некоторых браузерах. Вот в Chrome точно работает. Ну я руками заполняю, но я просто не помню, я давно не ставил спойлеры. Да, что ж ты. Да бей ты её, что ты жалеешь? Неплохо, кстати, там урон ты нанесла вот эти шарики. Так, это я понял, как я сделал. Не, ну сейчас она меня, конечно, свалит. Лазер свой включает Мариса. Да не-не-не-не, ну зачем туда-то лезть? Мне интересно, вот ранг, да, бывает, вот когда какая-то английская игра, то там А, Б, С, да, и так далее. Ну, в русской тоже запросто можно сделать там А, Б, В, неважно, да. А в японской? Слова какие-то, что ли? Ну, там вот иероглиф, да, один. Ну, что он означает-то? Может быть, это цифры означают? Ну, именно написание цифр словами. Ну, иероглиф, а что иероглиф-то означает это? Эх ты ж. Вот. Хуже всего, что когда начинаешь уже спамить какую-то атаку, то развернуться это целая проблема. Реально.
есть блок, надо, чтобы поставить блок, это какую-то надо кнопку зажать, я пока не понял, какую, если честно. Потрачено. Был ранг на сложный, скрытый параметр, чем лучше ты играл, тем быстрее пульки летели, атаки сложнее. А, сильнее. Такой дальний у нас бой. Не, ну Тор, это был риторический вопрос. Понятно, что не знаешь. А, вот это, который унижает-то, да? Нет, а, не-не-не, эту я проходил вроде бы. Не, ну изик прям чувствуется сразу, да? Ну, по крайней мере, вот мне, как играющему, это сразу настолько очевидно. Чё я надумала-то, а? Ты чё там делаешь? Слышу я. Сейчас к тебе подойду же. Ульта у тебя пошла, слышь? Охренело. А, ты как меня телепортнул-то направо? Что за фигня? А, как это поворачиваться? А, опять телепорт? Что за фигня? Так нечестно. Вот опять, опять. Я пока атаковал, фиг развернешься. А, дно сейчас будет слив. Чу. И вот даже дошел до этого, да? Четвертый. А, нет, эту я проходил. Это что, это вроде фотограф, да? Или это не она опять? Что-то я так и не понял. Мама она. А, я, да, а я она, да. До пятого или что уровень? До пятого я дошел. Но походу здесь все-таки 6 будет уровней. Я думал вначале больше, потому что мне вначале показалось слишком легко. Но потом понял, что это было опять дисбаланс какой-то, походу, потому что первых 4 я без континью прошел, а потом что-то жесть началась. Потом уже спам тактики перестали работать.
Эй, сейчас заспамит меня, а? Нет, пока не заспамила, но сейчас еще же будет раунд. Сейчас по-любому какая-то ульта пойдет в ход. Ну по-любому, блин, ну по-любому же. Как же без этого-то? Нокаут. А, опять она не разворачивается. Вот надо просто остановить атаку полностью, вот чтобы она просто ничем не занималась. И вот после этого можно развернуть уже. А-а-а, все, я вспомнил. Из седьмой части, 7.5. По-моему, надо вниз нажимать, чтобы эту ульту-то сделать. Вниз и какую-то кнопку, что ли. Блин, а для меня, если честно, вниз было так неочевидно нажимать. А сейчас я просто промахнулся. Да что ты делаешь-то? А, не, вниз для меня было сейчас очевидно нажимать, только в полете, чтобы направлять эти карты. Опять она жесть свою включает. Ну, короче, походу, все-таки изучить какие-то кнопки нужно, наверное. А, да это хз, что такое? Нет, вниз да не работает. Да, или у меня нету. Не, она сейчас просто меня заспамит жутко с этими своими. Это что за атака, я не знаю, что она делает? Или это защита, непонятно. Ну, возможно, это ближний бой, типа, да? Да что я должен с ней делать-то, ну? Охренеть. Вот она. Читерная, блин, какая-то. Ику. Блок ставит, а? Начинается. Да я шатал твои эти наношняги, ну...
Жесть, как от этого вообще уворачиваться? Может как-то блок ставить, а я хрен его знает, как блок ставить. Походу блок на Б. Ну не просто на Б, а что-то еще нужно нажать, потому что если просто на Б, я бы догадался сразу. А так что-то не получалось до этого. Вот это вот сейчас была типа телепортация. Как я это сделал? Ну вообще без понятия. Не, ну первая ее атака, вот вроде как бы, она просто за ее заспамить можно, вот. Даже хоть она блок ставит, все равно. А сейчас полетят, полетят сейчас. А, это вообще печаль, удаляй. Да где я вообще, ну? Да я не могу просто ничего сделать, ну не успеваю же, ну никак. Охренеть. И это еще не последняя же по-любому, но потом же еще будет босс там какой-то шестой уровень. Там я походу вообще буду в печали, если дойду все-таки туда когда-нибудь. Не, ну сделали бы хотя бы бесконечное продолжение, раз уж на то мода пошла в этих частях десятых и прочее. Так, сейчас у нее самая жесть начнется. Или еще не сейчас. Когда лазеры вот эти долбанные. По-моему, сейчас. Или нет, все-таки. По-моему, спамить самое то, если честно. При любых атаках. Она же сбивает ее атаки иногда. Не все, правда. А, вот, начинается. Да уйди, ну почему ты не попадаешь? Я же не жму наверх, почему она стреляет наверх своей этой... струей. Да я не могу даже уйти, она просто на мне висит. Какого хрена? Я же блок жал, если я правильно кнопку понял. А, у нее осталась вообще фигня. А, это блок, оказывается, не бесконечный. Ясно. А, и вот у нее тоже потратился блок, да?
Я думал, она так и будет стоять и получать просто. Зачем? Блин, вот это дно. Я же... А, кстати, не, нифига не Д. Нифига не Д. Я сейчас не жал четвертую кнопку. Вот, точно говорю сейчас, я не жал четвертую кнопку. Значит, третья, походу. Ой, какая фаза прекрасная. Вообще, так классно. Третья фаза вроде такая, средненькая, да? Вот четвертая самая. Офигеть. А, не, нифига средненькая, не. Это, значит, четвертая средненькая, и в ней 5, да, будет еще. Пятая вроде. Ну, вроде на четвертой там ничего особенного не помню. А вот, это шняга полная вообще. Низ плюс Б, что ли, все-таки? По-моему, даже не С, а Б. Какого хрена она не попала-то? Я думал, оно самонаводящееся. Я помню, когда я в 7.5 части дрался против Рейму, вот эта ее атака так доставляла, Вот эти вот разноцветные шарики, ну типа ульта. Это просто жесть была. А им как будто бы все равно на эту атаку. Все, сейчас вот начнется. Отлично. Время пришло вздыхать Рейму, да? Честно, не знаю, что с этим делать. Бей, бей, бей ее, ну бей же, ну. Надо было бить жену ее. Ты никак тут не отбежишь, она до стены долетает. Есть! Еще? У тебя есть еще фаза? А, точно! О, удаляй! Удаляй! Хотя, в принципе, на самом деле тут просто прыгать не надо. Я же доходил до этой фазы раньше, это уже, да, первый раз, по-моему, когда. Удаляй доту, да. Да жесть, что с зоном не так? Почему я на изи страдаю вообще, жесть как? Я помню, я играл когда в Mortal Kombat, ну то есть тоже файтинг я вот про это, да, на изи. Я прошел его буквально с пары попыток, хотя я тоже не учил никакие приемы, никакие комбо я не учил. Просто вот, ну на рандоме, грубо говоря, какие-то кнопки жму, какие-то удары там получаются. Ну так, чуть-чуть там попривык, вот как сейчас я уже чуть-чуть попривык, и все, и в принципе уже получается. А здесь на изи какая-то жесть.
Нет, я нет, Тор, при чем тут? Я не сравниваю именно механику, я просто говорю, что на изи файтинг проходится даже без заучивания комбинаций. Там чуть ли не спамом можно. Просто чуть понимать, когда нужно уворачиваться там и все. Можно по сети. Можно по сети. Подключайтесь. Кто хотите, можете подключиться, вместе пройдем. Тут же. А, смотря. Хотя если тут кооп. Если кооп, то давайте. Если здесь просто бой один против одного, то тогда нет, это не то немножко, что я хотел. Хотя, опять же, мне все равно. Стрим будет все равно только один по этой игре. Даже если я буду драться с кем-то один на один. Неважно. В принципе, если хотите, можно так сделать. Нет, в смысле, я неправильно выразился, не кооп, а этот. Я имею в виду, ну, сюжетный, этот. Ну, сюжетный мультиплеер или нет? То есть, как бы просто вместо врагов у меня вместо ботов будешь ты всегда, или как? Или именно просто вот тупо один на один без смысла? Не, ну Марисе-то вообще сливать не надо, по идее. Да как все к ней не попало-то ничего? Так, ну вроде без потерь, да? Это Марис прошел. Алису заспамить можно вроде. Да, в принципе, я от всех спамлю, чего уже говорить-то. А, ее же вроде с кулаков я забивал пару раз. Да, у тебя осталось там, но что ты сопротивляешься? А, ударило все-таки. Ну на тогда. Да не это я хотел, но вообще ладно. Блин, не попал, главное. Блин, у нее еще не тратилось здоровье. Ну это тупо немножко. Она уже начала делать атаку, а я еще не мог ее ранить. Что это за фигня? Не, все-таки непонятно, что есть лук, потому что если я сжал влево и Б. Что-то видно не то. Может влево и А? Нет. И вроде синенькие-то шарики были. Блин, заогнено. С кулака или что там в палке. Вообще непонятно, что это у нее. Предполагалось, что у нее веник, но это не очень похоже на веник. Это хреново веник.
Просто заспамлено. Тупо заспамлено. Ну сейчас уже так, наверное, не выйдет, скорее всего. Да-да-да, я помню, я помню! Ой, что за ульта? А, вон тут еще какие штуки-то можно по полу пускать. А чё ж я раньше не знал? Блин, не успею добить, да? Не изучил перца, страдай, да. Ну хотя бы без продолжений. А, так это ж четвертый еще только, еще фотограф. Интересно, на фотографа такая тактика подействует? По-моему, нет. Сейчас он начнет какую-то фигню делать. А может и действует на первой фазе. На первой фазе, наверное, почти на все будет действовать такая штука. Да, чё же я промахиваюсь-то, лол. Вот нищеты. На, с кулака тогда тебя. Прыгает. Нахрена на вплотную карту-то пускает, надо палкой бить. Она какую-то шнягу пускает. Да лол, ты забьешь или нет? Ну у него осталась фигня, но вообще. Ты кулаком бей, во! Ну правда, блин, я все равно сейчас не переживу, скорее всего, вот это. А, ну это же удаляет, да. Ну, короче, это, блин. Вообще такая фиговая штука. Фух, без контов. И вроде же все, да? Да. Ну ладно, есть три продолжения на боль.
Да ты куда-то сразу так мимо-то начинаешь. Давай попробуем ее тоже заспамить. Может, она тоже на первой фазе такая не очень. Не, не такая простая. Она очень на всех фазах. Что тут уж говорить-то? Блин, не получается немножко то, что я хочу, не всегда. Эй, отвернись! О! А, ну да, спасибо. Я так это обожаю. Классно прям вообще. Блин, у нее там осталось вообще дно. Блин, я, по-моему, реплей сохранил, ну фиксом. Хорошо, что здесь по умолчанию на да, где продолжить, а то можно так и нажать. Да, может, тут же спамишь эту фигню-то. Но правда, тут и стрелки тоже спамишь, поэтому можно и на нет переключить, в принципе. Хотя там вообще диалоги перед этим. Ну-ну-ну, у тебя же там фигня осталась-то что-то. Да успокойся ты, ну. Блин, эта пьеса как эффективно оказалась на этой фазе. Офигеть, как это эффективно на этой фазе-то. Может, и на любой фазе эффективно? Не, на любой точно нет, она там где летает, там это будет вообще бред. Блин, я не знаю, что здесь делать вообще. Заомнено. Типа что-то блока надо ставить. Ну только блок-то не бесконечный, так что фиг его знает. Да просто уже палкой добей. Нехило ультанул, согласен, я не знаю, так получилось. А, все, я понял. Начинается доброта.
Уйди. Вот и гадина-то. Гадина, гадина. Сейчас вот шняга начинается вообще жесткая. Да не прыгай ты под ее лучи, дно. А как тут не прыгать-то? Как ее вообще-то добить-то? А-а-а! Фу, неужели это все? Охренеть. Еще вроде даже континью, да, остался один. Или два даже. Изи, блин. Шестой уровень. Ну-ка, 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 ну-ка. Финал! О-о-о. Сейчас чувствую, боль придет. Ты кто? Я тебя первый раз вижу. Тебя не было в предыдущей стопке вроде. Ну, по крайней мере, по тем сценариям, по которым я ходил. Хинанай Тенши. Ну давай посмотрим, что у тебя за ульта там жесткая. Так, первая фаза изи, дальше. А дальше сейчас какая-то боль начнется, я уверен. О! Добей ее, ну что ты тормозишь-то? Да, ну тут надо просто перепрыгивать. Это же дно. Ух ты, какая-то прикольная-то. Ясно, надо не стоять на месте. А, не стоять же, говорю, на месте. А, так она еще высовывает. А как же от этого уйти-то? Я хрен его знаю. Да как ты мне не даешь ничего сделать-то? Да днище же, ну днище. Так, третья фаза закончилась, четвертая фаза. Сколько тут фаз? Штук 12, наверное. Давай, стой, стой на земле. Ах, ты ж хитрюга-то, а? Да не подходи ты к ней, да не подходи ты к ней, ой, дно. Не, так не получится. Она прыгает слишком часто.
Блин. Да давай, у нее там дно осталось-то. Так, что же там, шестая что ли атака? Уже поехала. Фух, и чё, седьмая? Да ты гонишь. Сколько у тебя, грязи что ли, 12? Ну конечно. Охренеть, блин. Да-да-да-да-да-да-да, подошла, подошла, я вижу. Ну, немножко мимо, да, и чё. Но почему это ей... А, нанесло урон ей или нет, я так и не понял. Да развернись ты в ее сторону тоже. Так, третья. А, вот эта шняга вообще бесконтрольная просто. На самом деле, вроде уворачиваться изи, только надо не тормозить. Да... Нельзя атаковать, пока она атакует. Потому что иначе я слоу и печально заканчивается. А под атак изи вообще. Вообще что ли дно? Как я тебя рукой-то заспамил почти полностью? Так, это уже кажется сейчас пятая будет что ли? Или шестая уже? Не, вот сейчас вроде шестая. А, нет, вот это уже седьмая, вот на чем я помер-то. Ну давай дно. Давай дно. Чё ты? Чё ты? А, да. Но у меня еще есть жизнь. Вообще, это, по сути, по-моему, первая жизнь, которую я слил, да, на ней? Да что такое происходит вообще, дно? Всё? Да ладно. Чё за палка упала? Или сейчас ещё какая-то ульта появится жесткая? Ой. Ой. Вот это теперь настоящий босс, на котором я буду страдать. То был так, разминочная вообще просто изич. А теперь-то пришло время умирать. Сколько ударов она нанесла? 25?
А не слишком ли много, нет? А чё у неё такое крепкое-то здоровье? Охренело, что ли, с своей палкой? Я тоже хочу такую палку. А-а-а-а! Фу. Просто заспамил. Просто заспамил. На пофиг, просто две жизни слил. Ну, как ни странно, но игра пройдена, да, с континью, естественно, но игра пройдена, я вообще не ожидал. Новый храм, в общем, они строят, и помогает вот это вот последний босс. Да, я так понимаю, судя по картинке. Не, ну если честно, под конец я уже почти начал, ну, в принципе, даже не почти, а начал уже понимать, как бы, какие эти кнопки, для чего надо, и вообще, то есть, в принципе, уже и тактики. Ну, то есть, уже вроде не так беспорядочно, как поначалу. Привет, Хоббит. Ну, ты пришел под конец. Мы уже трапезничаем вместе с... вот этой вот Тян. Привет, Снап. То же самое и тебе относится. Уже все, стрим заканчивается. Какая концовка-то, интересно, номер? Написано будет? А, нету хороший или плохой? Ясно. Вон помогал кто-то заново это делать все-таки. Ну так, они вроде как чуть-чуть там что-то помогают, чисто там вопросы вроде публикации, там какие-то тестеры. А так-то он вроде сам все программирует, рисует графику и музыку сочиняет, и сюжет пишет. Ну короче, в принципе, все самое, я так понимаю, ему там немножко только помогают. Какие-то технические детали там, что такое. Ну все, в общем, да, на русский язык, да, переводили, но я понял. В общем, на этом стрим заканчивается. Вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чат. Всем пока. Увидимся.